Кавказские земли Узбекистана снова. Азербайджан, Узбекистан, Бюректы, Бюрчанды, всегда бизнес. Дус Азербайджан халқыга чексиз хурмат ва эҳтиромимизни изҳор этамиз. Ўзбекистонга хуш келибсизлар. Яшасин Ўзбекистон, Азербайджан бирлиги, қардашлиги. В Узбекистане особо дорожат отношениями традиционной дружбы с Азербайджаном. В их основе общие духовные ценности, религия, схожие культура и язык. Наши народы связывает многовековая история. У нас такого доверительного, открытого разговора еще не было. Уверен, что будут результаты, потому что это находится под контролем президента. Солидный пакет документов. Среди них декларации по углублению стратегического партнерства и наращиванию всестороннего сотрудничества, которое открывает нам новый этап двусторонних отношений. Я очень высоко ценю реформы, которые Шавкат Мирамонович проводит. Как друзья, как братья, мы радуемся вашим успехам и уверены, что это поступательное развитие братского узбекского народа будет продолжено. Азербайджан для нас близкий друг, испытанный временем, надежный стратегический партнер. Исторический визит Ильхан Гайдарович, он должен сам по себе дать новый импульс нашим отношениям.